Беларусь больше остальных республик бывшего СССР пострадала в годы Великой Отечественной войны, утратив более половины своего национального богатства. За годы фашистской оккупации было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров из 270, имевшихся на начало войны. 9200 деревень, в которых было 4,5 миллиона домов. В 1941-1944 годах на территории республики немецкой армии были уничтожены тысячи учреждений здравоохранения, образования, науки, культуры. В первые годы войны в белорусских городах были разрушены все вузы, научно-исследовательские центры и даже наша Академия наук. Государственного высшего авиационного колледжа несут праздничную гирлянду из ели, в которую вплетены живые цветы. После того, как колонна достигнет площади Победы, гирлянда будет возложена по обе стороны от монумента. Скажу, что такой чести Минский государственный высший авиационный колледж удостаивается уже не первый год. Причем накануне в учебном заведении среди курсантов проводится очень серьезный конкурс на право участия в торжественном шествии. 3 года назад в авиационный колледж впервые стали набирать для обучения девушек. В шествии колонны всех 9 районов Минска. В каждой из них представители трудовых коллективов, общественных организаций, конечно же, ветераны. Все колонны празднично украшены. Всего в этом году в торжественном шествии принимает участие почти 6 тысяч человек. Есть еще одна традиция. Районы идут в алфавитном порядке. И первыми, конечно, идут представители заводского района. Это индустриальное сердце нашей столицы. Район является одним из крупнейших не только в городе, но и в республике по объемам промышленного производства, выпуска товаров народного потребления, поставкам продукции на экспорт. Давайте не будем забывать, что весь этот год Беларусь празднует 65-ю годовщину своего освобождения. Главное торжество нас ждут 3 июля, в день, когда была освобождена белорусская столица. Именно этот день белорусы на республиканском референдуме решили назвать Днем независимости. В настоящее время в нашей стране проживают почти 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Очень важно создать все условия, обеспечивающие ветеранам достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе. Кроме денежной помощи, всем ветеранам к юбилею освобождения Беларуси будут вручены памятные медали «65 лет победы в Великой Отечественной войне». Кстати, по доброй традиции, военные и в этом году продолжают акцию «Ветеран живет рядом». Солдаты и офицеры помогают ветеранам в хозяйстве и на приусадебных участках. Почти сразу после 9 мая белорусские военные начнут поисковый сезон. Отдельный специализированный поисковый батальон Министерства обороны уже провел рекогносцировку и запланировал вести поисковые работы на 79 объектах в 33 районах всех 6 областей Беларуси. Непосредственно раскопки планируется вести на 49 поисковых объектах. Известное высказывание о том, что война не окончилась, пока не похоронен последний солдат, вновь и вновь становится актуальным. В 2008 году установлено еще 2444 имени павших защитников Отечества. В прошлом году в книге памяти Республики Беларусь появилось 295 132 новых имени. Этот автоматизированный банк данных, в котором собраны имена погибших за Родину, продолжает пополняться. Вы видите, как колонна постепенно подходит к площади Независимости, к площади Победы, конечно. Шествие продолжает Ленинский район столицы, они движутся по проспекту. Многие проспекты и улицы этого города названы, этого района названы в честь героев войны Рокоссовского, Горовца, Малинина, Рыбалка. Именно на территории Ленинского района располагается резиденция президента Республики Беларусь, 9 министерств и несколько других органов государственного управления, среди которых Министерство иностранных дел, Министерство промышленности, Конституционные и высшие хозяйственные суды, а также исполнительные. Содружества независимых государств. Совсем недалеко от площади Победы стоит памятник Марату Казееву. Нам рассказывали, что он воевал в партизанском отряде и был окружен фашистами. Их гранатой подорвал себя и гитлеровцев вокруг. И я подумала, что ему было всего 15 лет, как мне будет только через 5 лет. И за то, что я живу в мирной Беларуси, спасибо.
спасибо всем, кто принес моей стране победу. С праздником! Праздничная колонна приближается к площади Победы. Обелиск-памятник воинам Советской Армии, партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, святое для каждого белоруса место в самом сердце столицы. Дважды в год, в День Победы и День Независимости, здесь проходят торжества суверенной и свободной Беларуси. Все официальные делегации, приезжающие в нашу страну, обязательно останавливаются здесь, чтобы почтить память героев. И даже спустя 64 года после войны молодежи в день свадьбы идут поклониться вечному огню. Несколько кругов почета свадебных кортежей вокруг площади давно уже стали традицией. Именно сюда поклониться подвигу героев Великой Отечественной войны каждый год приходят ветераны и школьники, минчане, гости столицы. Каждого третьего помнит и оплакивает Беларусь. Но сегодня все-таки радостный день. Посмотрите, сколько ветеранов еще вместе с нами. Участников шествия на груди красно-зеленые ленточки со значком «Мы победили». Но и сегодня, в этом году, впервые в Беларуси проходит международная акция «Георгиевская ленточка». Главная цель – выражение нашего уважения ветеранам, дань памяти, павшим на поле боя. Первая акция, задуманная в честь 60-летия Победы, прошла весной 2005 года на улицах российских городов. Георгиевская ленточка объединила людей разного возраста в дни празднования Победы, однако направлена в первую очередь на молодежь и с каждым годом становится все масштабней. Черно-оранжевые цвета георгиевской ленты стали символом военной доблести и славы. Года проведения акции распространено более 45 миллионов ленточек по всему миру. Это почти все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья, Греция, Украина, Узбекистан, Эстония, Латвия, Франция, и этот список можно продолжать.